الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Многое из того, что происходило с нами в нашем лучшем путешествии, возникало без какого-либо предварительного плана и приготовления. Всевышний Аллах направлял нас к этим событиям по своему предопределению, неожиданно для нас. Один раз мы были в Шри-Ланке. Мы ездили по лесам, чтобы приехать в одну местную деревню. Мы услышали о той деревне и захотели увидеть ее. В той деревне многие жители приняли ислам. Мы хотели приехать к ним, но проблема заключалась в том, что дорога к ним была ухабистой и труднопроходимой. Надо было ехать по горным дорогам и по лесам. Иногда машина буквально ползла на брюхе. Посмотрите на норы животных. Что-то страшное. Наша рабочая группа начала волноваться. Я не могу порицать их за это. Место было совсем небезопасное. Одна из самых тяжелых проблем возникла, когда мы должны были разъехаться с машиной, которая ехала нам навстречу. На той дороге две машины могли разъехаться с невероятным трудом. Если бы кто-то из нас немного ошибся, наша машина могла бы упасть с вершины горы в долину, потому что наша машина находилась как раз на краю этой горной дороги. Но Аллах сохранил нас и проявил к нам доброту. И вот примерно в это время я вдруг увидел хромого старика, который шел, опираясь на палку. Я попросил нашего переводчика по имени Раис быстро подойти из другой машины. «Можешь остановиться и выйти вместе с Раисом? Пожалуйста. Мы хотим поговорить с тем человеком». Странно было то, что каждый день по дороге мимо меня проходили десятки или даже сотни пожилых людей. И я никогда из-за них не останавливался. Если бы я так делал, я бы вообще не смог никуда доехать. Но по отношению к этому старику, я вдруг что-то почувствовал, что призывало меня поговорить с ним, даже не знаю почему. Куда он идет? Он идет в магазин, чтобы купить хлеба. Ему 81 год. Ему 81 год? Да. Сколько ему сейчас надо идти? Сколько минут? Примерно километр. Нет, 2 километра. Человек в таком возрасте ежедневно выходит из дома утром, чтобы принести себе хлеб, которым питается. Он идет целый день, берет, что ему нужно, и идет назад домой. И приходит только ночью. Разве это жизнь? Разве в таком положении может жить человек? И сколько уже времени? Десятки лет. Что он говорит? Он болеет. Нога болит? Да. Его туда укусила змея. А, змея укусила? От этого он и заболел. Он идет, потом сидит, отдыхает, потом снова идет. Да, да. Долго, без остановки идти он не может. Я прошу Аллаха помочь ему. Он был индуистом. Субханаллах. Его сын принял ислам, он же мусульманином не стал. Тогда я начал мой разговор с ним. Я хотел, чтобы он пошел с нами, и чтобы я мог спокойно поговорить с ним об исламе. Но он боялся, что упустит свой хлеб, который он ежедневно брал. Он пойдет с нами, мы пойдем к нему домой и достанем ему хлеб. Скажи ему, пусть он не боится. Честно говоря, я хотел, чтобы он принял ислам. Обычно пожилых людей так просто не убедить, в отличие от молодежи. Поэтому, как вы видели, его сын принял ислам, а он нет. Когда я смотрю на престарелого, преклонных лет человека, чей возраст перевалил за 80, который каждый день ходит босиком на большие расстояния только ради того, чтобы купить себе несколько хлебных лепешек, за счет которых он живет, это, клянусь Аллахом, разрывает сердце. Хорошее отношение к человеку оказывает воздействие. Когда ты не смотришь на него свысока, идешь рядом с ним, это сближает тебя с ним. Все это было прелюдией к тому, чтобы поговорить непосредственно по теме знакомства с религией ислам. Мы начали ему все объяснять, и свои слова приправляли добрым и искренним отношением к нему. Объясни ему, что ислам — это религия единобожия, это поклонение. Мы поклоняемся только одному Аллаху, и что Аллах отправил нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Я хочу, чтобы в конце его жизни, в 81 год, Всевышний Аллах спас его посредством нас.
и Всевышний Аллах дарует верное руководство, кому пожелает. Мы просим Аллаха раскрыть его сердце. Мы просим за него в эти решающие мгновения его жизни. Если он примет истину с соизволения Всевышнего Аллаха, это будет большим благом. Братья и сестры, принимайте хорошую новость. Ашхаду. Ашхаду. Алла Илаха. Алла Илла. Илла Аллах. Илла Аллах. Ва ашхаду. Ва ашхаду. Анна. Анна. Мухаммадан. Мухаммадан. Расулу. Расулу. Аллах. Аллах. Аллаху акбар. Клянусь Аллахом, вы не можете представить, что мы чувствовали, когда видели, как он произносит шахаду. Я почувствовал, будто он мой отец, а я его сын, который мечтает, чтобы отец принял ислам. Почему я так стремился к тому, чтобы он принял ислам? Я просто мечтал, чтобы он принял ислам. Ведь возможно, если он станет хорошим мусульманином, Аллах предпишет ему рай, и тогда Всевышний Аллах заменит ему все его беды и страдания в этом мире райскими наслаждениями и блаженством. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Приведут того из обитателей рая, который был самым несчастным в дунии. Его поместят в рай, а затем спросят: «О сын Адама, видел ли ты когда-то раньше несчастье? Познал ли ты горе?» И он ответит: «Нет, клянусь Аллахом, Господь мой, я не видел несчастья и совсем не познал горе». Аллаху Акбар. Трудности, связанные с держанием поста, усталость от выстаивания ночных молитв, боль от оставления запрещенных страстей, все беды, которые постигали тебя, все это испарится. Не через год в раю, и даже не через месяц, всего через один миг. Одно погружение в блаженство. И вот человек начинает отрицать, что он в принципе видел раньше что-то, что его беспокоило. Это одно погружение в рай. Так что же сказать о том, кто будет вечно, бессмертно оставаться в раю? О Аллах, запиши всех нас, обитателей рая. О Аллах, дай нам книгу с нашими деяниями в правую руку. Облегчи наш расчет и сделай нетрудным наш переход через сират. О Аллах, сделай нашим пристанищем высшие степени райских садов. О Аллах, поистине мы просим Тебя, напоить нас глотком из водоема Твоего пророка, да благословит Аллах и приветствует его и его семью, после которого мы никогда больше не испытаем жажду. О Аллах, сделай нас его соседями в высшем фирдаусе. О Аллах, поистине мы просим Тебя сделать рай нашим исходом. О Аллах, воистину мы просим Тебя поместить всех нас в тени Твоего трона в день, когда не будет другой тени, кроме Твоей тени. Вместе с нашими родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, родственниками, с теми, кто любил нас ради Тебя, и с теми, кого мы любили ради Тебя, по милости Твоей, о самый милостивый из милостивых. Аминь, о Аллах! И хвала Аллаху, Господу миров!